И 11-й Полищук Вячеслав, 7-й Рудницкий Михаил и 5-й Ковтунов Игорь. На первой минуте открывает счет команда «Вулвер», автогол Шевченко Ярослав. Опасный момент от Мищенко Артема и от ворот 112. Шевченко. Мартиросян и еще открывается один игрок Мартиросян. Правильный счет на той же первой минуте. Ял для команды «Сизинс». Пока не очень.
угловой вывер. Дальний удар от команды Вулвер. Бедрев Николай. Возле штанги мяч пролетает. Константина Мазеляускаса и его хит-трик. Константин подходит к мячу. Ну, а Мазеляускас. Фантастный удар и отворот. Контратака. Вверх. Угловой показывает арбитр. Отворот, прошу прощения. Все, давай, играй, играй, играй. Показывай, давай. Угловой теперь. Где у нас? Русь, Русь. Мартиросян. Опасный удар. Блестящая игра от голкипера. Честных новин. И контратака уже. Мазеляускас. Зарабатывает штрафной удар. Дальний удар и уже голкипер Вулвера спасает свои ворота. Справа!
Классный момент для команды Вулвер. Вулвер в атаке. Неправильный ввод мяча пересек линию при вводе мяча игрок команды Вулвер. Кучик Анатолий и мимо ворот. От ворот 112. Дали заброс и... Мало от ворот. Выбирай. И первый командный фол 112. Секундочку и уже. Чаруха не с мячом. Дальний заброс. Далее Олег фолит и второй командный фол для 112 Украины и штрафной для команды Вулвер. Отличная поддержка у честных новин. Благодаря дальний удар и блестяще играет вратарь. 115. И контратака уже для бело-красных. Николай и угловой. Прокидывает Шевченко. Дальний удар из фланга спасает. Это Вулвер и угловой. Ниже, ниже, ниже. Поднимись, вот, здесь.
Отличную комбинацию показывают бело-красные. Дальний удар и отворот Шевченко. И точная передача. Контратака. Едва не замыкает. Николай Тихий. Снова Ярослав обрезается. И снова удар от Тихого Николая. И мимо. Отворот. Обмениваются ликвежностями команды между собой. Два-один. Фамилия, скажите, пожалуйста. Громче. На 16-й минуте Татарчук Олег делает счет 2-1 в пользу своей команды. И подходит тяжелая артиллерия. Черняк Виталий. Николай Тихий сравнивает счет в этом матче на 17-й минуте встречи. Счет становится 2-2. Полищук Вячеслав. 3-2. Уже в пользу команды Вулы. Виталий Черняк прямиком из клуба не готовился к матчу. И аут для студентов. Николай Тихий и штанга. Спасает 112. Ваня, не бери вперед, прошу тебя! Стоять, стоять, Черняк. Бери на подачу. Шире, шире, шире! Yeah.
А вот 112. С поля вводит Тигран Мартиросян. И аут для команды Улы. Замена! Замена! Вот так хочешь, Тихо.